самом деле, мне действительно очень понравилось, потому что это очень занимательно, было весело, и это очень помогает в будущем определиться со своей профессией, кто куда хочет пойти. Мне понравилось, как они рассказали, как они разучивают роли, что происходит за кулисами. Хотелось, чтобы побольше проводили такого. Вот такие встречи, просто прорекламировать театр, спектакли, что происходит, какие-то сценки показать, что... Ну, заинтересовать, получается, детей возможно. Просто нужно, ну, сделать, может, какой-нибудь проект или специально что-то такое сделать. И также можно ездить по школам и завлекать зрителя. Сверкающие грани театра. Театральный фестиваль, который стартовал в этом году, даже, наверное, с этой осенью, в Кузбассе. И мне кажется, это здорово, прекрасно, это необходимо, потому что действительно мы сегодня увидели людей, и люди увидели нас, которые не имеют отношения к театру. Они поняли, что вот такие живые люди, они не скучные, они интересные. То есть это здорово, необходимо, и чтобы они уже с юного возраста привыкали к театру, понимали его язык и просто полюбили его. Oh,